А ў кропках чалавечай мовы загаварылі папугаі, рознакаляровыя, экзатычныя. У гэтыя дні праходзіць выстава пеўчых птушак і папугаяў. Усяго экспазіцыі больш за 40 відаў. Крылатыя пазіруюць наведвальнікам, а часам і размаўляюць з людзьмі. Калі пашанцуе, ад папугаю можна пачуць словы «мама», «тата» і «прывітання». У каждого попугая свой характер. Если королевский сине-желтый попугай очень активный, добродушный, кира крикливая, то вот этот у нас электус, мы называем его шкодник, вредничает, очень любит повредничать. Посетители может, если не нравится, обсыпать или зерном, или подстилкой так. Вот еще интересное можно, как пример настоящей семьи, попугайчики, которые всегда вместе. Выстава працуе до конца гэтага тыдня.